Да, друзья, как ни странно, но дафния — это классный корм для рыбок. Вот взял вот такое ведерко небольшое, 5-литровое, набрал туда воды с аквариума, взял такой сачок, ну сачок вы уже знаете, в том видео, когда мы ловили первый раз дафнию, когда отсаживали ее, чтобы она разводилась. И сейчас идем ловить дафнию, посмотрим, что мы поймаем. Дорога у нас все та же, идем на огород. Вот, уже осень наступает, ну сегодня денек такой классный. Сейчас пойдем попробуем поймать ее. Так. Так, босик. Босс. Не надо сюда заглядывать. Все, я пошел ловить. Все, тут будь. Все, идем. Вот она у меня здесь. Ванна у нас есть. В ванной она там живет. Сейчас попробуем что-то поймать. Ну вот, берем сачок, начинаем ловить. Собака соседская немного нервничает, но это ничего. Так. Посмотрим, есть там что-нибудь или нет. Ну, вроде бы было что-то такое. Какие-то движения есть. Сейчас посмотрим. Давайте вот так вот сейчас сюда еще дойдем. И посмотрим. Ну да, смотрите, его есть немного, видите? Вбрасываем ведерко. Сейчас еще раз пройдем. Попробуем пониже опустить сачок. Туда дальше заведем. Несколько проводок сделаем. Я думаю, будет больше дафнии. Но она, понятно, уже холодно. Она потихоньку пропадает, конечно. Ну, мы сейчас в этот раз отловим ее. И там у меня есть такая емкость небольшая. Мы отсадим туда немного для того, чтобы она зимовала. Чтобы была, ну, скажем так, культура на следующий год. Развести ее в ванной там. В какой-то емкости. Смотрим. О, сейчас побольше, смотрите. Смотрите сколько. А, рыбки будут сегодня радоваться. Так, ну давайте еще. Все-таки она есть, она на дно села. Потому что вода холодная уже. Уже сегодня заморозок был. Наверное, градусов 5. Все белое было. Даже перец еще не успели убрать, так примерз. Так, вынимаем. Оп. Вот, смотрите. Это все дафния. Итак, сколько там уже ее в ведре, смотрите. Там так нормально уже ее. Ну, половим еще немножко. Да. Хорошо. Смотрите. Веточка попалась. Это не страшно. Туда все. Так. Ну, последний раз. Опа. Нормально. Есть. Ну вот смотрите, сколько ее здесь. Капец. И она такая не очень крупная, среднего размера. Сейчас пойдем еще к другой ванне, посмотрим, что там есть. И потом вечером будем кормить рыбку. Она будет очень рада. Идемте к другой ванне, пройдем. Вот она там, возле забора. Так, сейчас попробуем что-то поймать. Ну что, пробуем. Даже уже какая-то трава выросла с весны. Укоренилась даже. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну, было здесь. Я давно уже здесь не ловил ее. Наверное, месяца полтора. Не знаю. Сверху что-то такое плавает. Сейчас посмотрим. Опа. Ну, практически вообще ничего нет. Видите? Чуть-чуть. Видите, совсем немного. А там оно на солнышке. А здесь в теньке. Ну, давайте еще раз попробуем пройти. Пониже возьмем. Ну так, есть, но совсем мало. Видите, не так, как там. Совсем мало. Ну вот так минуты 3 поводил. Ну, что-то есть. Чуть больше. Ну, такое оно, видите, не очень. Но есть тоже. Ну, все, выбра там. Даже личинки комара есть. Ну, все, я думаю, на этом хватит. Сейчас еще покажу раз, сколько здесь получилось у нас ее. Ну, вот. Толпа зверьков, которыми будем кормить рыбку. Попробую сейчас ближе еще поднести камеру. Вот, смотрите, сколько ее там. Да, это завал. Ну, летом было намного, конечно, больше, потому что летом она очень плодотворно размножалась. Но все равно достаточно для того, чтобы покормить рыбок, мальков. Ну, разнообразить, скажем так, их не корм. Ну вот и первые, кто у нас балдеет, это наш производ. Красавчики наши. Сейчас они быстренько все поймут и будут кушать. Вот Тернеция уже начала. Все, Малинезия пошла. Хорошо. Ну, Дафния вообще это один из самых лучших живых кормов для рыбок. Сухой он совсем не такой. Там нет белка. Там все уже высушено. А живое они кушают с удовольствием. И тогда потомство дают хорошее. Живородка дает больше потомства. Потому что она понимает, что если корм есть, тем более живой, то и потомство можно хорошо вырастить. И Тернеция дает больше оплодотворенной икры. Давайте дадим еще. Вот у нас тут соседи ихние, Данюшки. Давайте Данюшкам еще дадим. Тоже они любят такое все дело. Ну, да, все, пир начался. Смотрите, что они творят. Это капец. Ну, мы сейчас делаем лишь новую разводню. Переезжать будем уже скоро в новое помещение. Вот уже на днях. Нет. Поэтому будут там объемы побольше, а им будет там лучше, конечно. Меченосцам тоже дадим. Они тоже такое любят. Очень любят. Смотрите, сейчас будут отсвечивать немного. Ну все, они поняли. Пришла еда. С удовольствием тоже кушают. Очень любят этот корм. Хотя и мороженые неплохо едят. И артемию мороженую хорошо едят. Я хочу на следующий год попробовать в этих бассейнах повыращивать, когда будет тепло, повыращивать артемию. До такого размера, когда она уже начнет яйца откладывать. Потому что в интернете есть много этих видео. Ну, хочется и мне попробовать. Но это будет уже весной. Дадим подросточкам немного. А они тоже такое любят. Бачите, какой пир у них. Когда живым кормом коришь, у них и цвет такой насыщенный у рыбок, у всех. Они очень красивые тогда получаются. Свечивает немного, конечно. Ну, извините. Да, видите, как они его едят? Любят. Знают, понимают. Нравится этот корм. И цвет у них насыщенный. Видите, какой красивый. Вот эти красавчики тоже любят такой корм. С удовольствием его едят. Друзья, ну на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До встречи на канале Разводня как хобби. Пока.